съемка пошла. Здорово. Привет. Как дела? Нормально все. Я уже при бабках, блядь. Наработался? Да. Заработал тысячи. Пятихатка. А, хорошо. Живем. Гуляем. Сейчас будем гулять, сегодня пятница. Просто ноги разорвем, нагуляемся сейчас. Да. Сейчас притрену долбанем. Доставай там сбоку. Сейчас. Сегодня кровь сдал. Кровь сдал? Вы что, нашли что-нибудь? Да, аж 25-го идти. Че, 23-го. Ну че, будем вот эту вот мощную штуку вот эту пить? Очень мощный жиросжигатель и притреник. Да. Да. Яркость. А? Давай капсулу и все, ты взорвешься. Опс, пошла. Сейчас настроение ты поднимется. Меня вот так снимай, вот так не снимай, потому что, блядь, Пиноккио. Ну что, ребята, настало время кайфануть чуть-чуть. У меня и так сил полно. А с этой штукой будет хоть настроение получше. Уже веселее. Запалил. Запалили. Че, сейчас кофейку долбанем. Ты будешь присед делать сегодня? Естественно. Вот этот парень накачает себе ноги, не то что я. Мне присед никак сейчас. Да. Ну ничего, я без приседа справлюсь. Я тебя порву. Бляхи видели? Че, ладно. Мы кофейку и на тренку. Да, всем пока. Всем пока. Мне же чуть мил завтра. Завтра надо оторваться, просто сожрать что-нибудь. А что жрать будешь? Я не знаю, гамбосы можно? Хуя. Может опять гамбосов штук 5 захерачить? Только других побольше, может, хотите? Разных. Мы сидим, ждем сейчас. Вот эта штука бахнет. Вот это бахнет нас, и все. Сейчас ноги просто отлетят. Как ракеты, блядь, фазные стороны. Так, ну что, мы в зале. Только что размялись. Минут 10 разминались. Сейчас идем. Жим ногами начнем. Там подхода 3-4 будет разминочно. И рабочих где-то 3-4 сделаем. Погнали. Техника. Колени идут, куда ступни смотрят. Если нога стоит вот так, боком, значит, колено в сторону ступни должно идти. Это шестой подход, только это еще разминка. Давай объясню про ноги и колени. Поближе. Смотри, видно вот так? Если ступня, вот смотри, показывай ступню. Если стоит вот так, колено должно идти вот так. В сторону. Если нога стоит так, колено должно так. Все зависит от того, как ты ногу поставил. Если я ставлю так, значит будет вот так ходить. Понеслась. Опа! Блядь! Притреник работает, блядь, жиросжигатель мощный, пиздец.
Я эту штуку сейчас сломаю. Сука. Сука, легко, блядь. Легко. Легко. Что, подписчики, пятница, а вы все еще бухаете, блядь, а я тренируюсь. Закончили. Сейчас разгибание на тренажере. Сейчас разминаюсь. Где-то разминочных 4 подхода, потом рабочих 3. Нормальный вес будет. Погнали. Давай. Что, разгибания закончили, сейчас вот эти вот сгибания на бицепс бедра, назад помедленнее, наверх быстрее, назад медленнее, голову напрягай.
утра закончили. Будем делать сейчас икры вот здесь. Я буду тут делать, потому что мне нельзя на спину, чтобы давило. Максимум ставлю. Для меня вообще не чувствую даже этого веса. Ну, икры такие, потому что. И все, три подхода рабочих я сделаю по 8 раз. И тренировка на этом закончена. Пробуйте такую же тренировку. Лучше, конечно, присед добавить еще. Но мне присед никак. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, дизлайки. Делитесь видео. Все, давайте, пока. Качайтесь. Что скажешь по поводу тренировки? Фух, устал. Но было круто. Было круто. Что делать будешь? Пятница же. Пожрать и спать. Отдыхать, восстанавливаться. Во. Все бы так делали. Тогда бы клубы обанкротились все ночные. Да. А вот эти озолотились бы. Вот эти вот. Всем в зал, блядь!